Пензенского государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы. И самое главное, что приехали творческие и интересные коллективы из разных городов, гости из разных стран и регионов России. И поэтому мы, конечно, хотим сказать, что Пензенский государственный университет делает большую работу для того, чтобы наши дети, наша молодежь не были Иванами, не помнящими родства. И мы с радостью приглашаем на сцену первого проректора Пензенского государственного университета Виктора Афанасьевича Мещерякова. Второго международного фестиваля. Позвольте мне от имени нашего большого многотысячного коллектива студентов, преподавателей, сотрудников университета, и, конечно, от имени нашего ректора Александра Дмитриевича Гулякова приветствовать вас как участников фестиваля, ну и выразить надежду, что это мероприятие пройдет на высоком уровне и даст определенную пользу, особенно для наших молодых участников фестиваля. К сожалению, мы наблюдаем сегодня в нашем большом многосложном мире конфронтацию между англосаксонской, западной моделью развития общества, идеологии и русским миром. Не мы были инициаторами этой конфронтации, но вот реальность такова, что она имеет место. И исключительная роль вот в нашей укреплении нашей позиции имеет, конечно, единение русского мира. То есть он является оплотом, на который смотрит вот наша часть мира и выражает надежду, что мы сохранимся как вот эта этнокультурная общность и будем развиваться. Мы в нашем университете поддерживаем не только наши основные целевые функции образования, науку, но и воспитание и культуру. Для этого мы проводим десятки очень интересных мероприятий, в которых участвуют студенты. Это и художественная самодеятельность, это и различные виды творчества, начиная от поделок различных и участия во всяких конкурсах, связанных с особенностями русской культуры. И мы на это не жалеем деньги. И это окупается со сторицей. Потому что задача, которую решает университет, это не только подготовить квалифицированного специалиста, но и специалиста воспитанного, духовного, нравственного и, главное, патриота. Поэтому то, что мы сегодня здесь собрались, в этом прекрасном месте, который имеет уровень уже мирового культурного центра, это дорогого стоит. Поэтому мы благодарим руководство музея-заповедника Тамару Михайловну. Она у нас, так сказать, известна во всем мире. И я думаю, что все мы проведем с пользой вот этот день. Вчера мы уже провели научно-практическую конференцию на площадке Пензенской картинной галереи и губернаторского дома. Были очень интересные доклады и прошла конференция на очень высоком научном и культурном уровне. Я хотел бы поблагодарить от имени учредителей данного фестиваля наших гостей. Действительно, они нашли время в своем плотном графике, прибыли к нам и участвуют очень активно, и много нового мы узнаем из их сообщений и из их контактов с ними и различных других мероприятий. Поэтому успехов нашему фестивалю. Давайте активно участвовать, и это послужит вот той благородной цели единению русского мира. Спасибо. Друзья, встречайте.